Нас заверяли, что идем вперед, пока не завели в никуда. Вот цены покоряют космос уже который год, но зарплаты не то, что не поднимают, их морозят. Чиновникам программа All Inclusive, а нам по полной программе проблем. Даже депутаты-министры сами не знают, куда ведут. Говорят, что денег нет, хорошего настроения, держитесь. А когда ситуация тупиковая, не стоит бояться перемен. Вот как Анастасия. Взялась, не побоялась, выбрала новый путь и преобразовалась. Россия, думай, как Анастасия. С осени пора начинать жить по-новому. Начни меняться. Голосуй за Парнас.